Ребята, я знаю, что многие уже про сайт Clash Kings в курсе, но каждый день приходят новые зрители, и я хочу сообщить им, что есть прекрасный сервис Clash Kings, на котором можно приобрести недорого гемы. Также на данный момент акция есть: при пополнении 100 рублей получаете 50 рублей в подарок. Можете открывать кейсы, выигрывать гемы. Также здесь есть лотерейки. За 15 рублей у вас есть шанс выиграть 500 гемов. Также тут разыгрывались и 1200 гемов. В общем, заходите, играйте, участвуйте во всех акциях. Сервис проверенный мной лично. Ссылку на сайт я оставлю в описании. Всем привет, дорогие друзья, это новый выпуск по Clash Royale. Сегодня я получу бесплатный легендарный сундук с квестов. Честно, на квесты мне не везет. Мне постоянно магические, огромные, там золотые какие-то сундуки подбираются. Я, по-моему, только один раз открыл супер магический. Все, это второй редкий сундук, бесплатный мне в квестах. Я уже квесты, кстати, выполнил некоторые. Осталось буквально один поединок, одну карту выбросить эпическую на поле сражения, и квест выполнится. И, соответственно, мы заберем легендарный сундук. Покупкам я немного слился, потому что выполнял квест, у меня было почти 5.50, ну, в общем, я на 5.200 шел, потом решил выполнить квесты. Играл чисто эпическими, чисто легендарными картами. В общем, пора поднять кубки и заодно набьем легендарный сундук. Ребята, обязательно, обязательно поставьте лайк на этот видос, подпишитесь на канал и приходите сегодня ко мне на стрим. Сегодня будет стрим приблизительно 18-19.00 по МСК. Приходите, это первый стрим в этом году. Будем апать кубки. Ну что, поехали в бой, я готов. Понеслась. Надеюсь, будет минимум проигрышей. Какую легу я хочу, если вы спросите, то, наверное... Ну, сейчас посмотрим, короче... Так, почему мне противник не подбирается? Давайте заодно посмотрим легу. Смотрите, значит, я был бы не против, если плава на 4 уровень, шахтер на 4 уровень, либо бандитка выпала, либо кладбище, потому что кладбище вот-вот скоро на 5 уровень пойдет. Если оно появится у меня здесь в сундуке фортуны, то я задоначу много гемов, и мы будем фармить эту легендарную карту. Хотя, возможно, я задоначу на легендарный сундук короля. В общем, посмотрим. Посмотрим, знаете, на что? Сколько соберет этот видос лайков? Если видос соберет, я не знаю, ну давайте 10 тысяч лайков, я доначу на легендарный сундук короля. Если соберет 5 тысяч лайков, то сундук фортуны будем открывать. В общем, зрители, вы решаете, на что мне донатить. Поэтому ставьте лайки обязательно и не забудьте подписаться. Так, подобрался мне соперник, на меня летит таранет, три мушкетера, по идее. Вот, осталось узнать... С чем три мушкетера? С големом, либо там с шахтером. Как быть? Я думаю, что выбросить вот здесь принца. Одного мушкетера уничтожит башня, второго уничтожит принц. Надеюсь, что принц еще уничтожит третьего мушкетера. И отлично все. Так, значит, я понял. Это не через голема три мушкетера. Вот, но... Значит, у него еще есть должен быть шахтер либо хок, наверное. Вот сейчас шахтер пойдет и банда гоблинов. Смотрите, я просто эти колоды читаю. Нет, нет, смотрите, нет. Ну, значит, попозже пойдет. Так, я думаю, что выбросить нужно поизон на сборщик эликсира. Нам нельзя ему давать эликсир, это обязательно. Вот, ну, у нас, знаете, у нас... Да, вот сейчас будет, смотрите, шахтер. Здесь мы выбросим дракончика. Сразу зап, чтобы с одной тыки уничтожить. Вот, и вот, в принципе, как-то так. Мы идем пока плюс-минус наравне. Ну, вместо банды гоблинов он выбросил орду... Орду миньонов. Так, значит, я вот, кстати, вот предыдущий поединок тоже играл против такой колоды, но только с другой декой. Так, ну давайте вставим голема, я не знаю, просто сейчас сборщик нету смысла ставить, мне кажется. Пошел голем. Мне кажется, сейчас будет справа жесткая атака. Таран, там еще что-то. Я думаю, забить на нее полностью. Вот, ну либо посмотрим. Да, забиваем на нее, потому что я там не задефаюсь, это однозначно. Вот, но мне сейчас знаете, что надо? Мне сейчас надо орду миньонов как-то быстренько задефать. Как-то вот прям быстро, раз и задефал. Вот, он пошел на трешку. Его понять можно, потому что... Потому что он там не задефается. Давайте выбросим яд. Выбрасываем яд быстрее, быстрее. Кто быстрее снесет, тот и победил. Ну, давай. Да ладно, 99 хп, серьезно. Ор просто. Вот это я лох. Блин, а что? Надо было поизон выбрасывать. А нет, так бы я слился быстрее. Ой, пацаны, короче... Не суть, сейчас вернем кубки, так получилось,
Первая каточка для разогрева, вы же знаете, она всегда проигрышна на видос. Забираем, короче, гоблина, величу тут комонку. И у нас легендарный сундук. Отлично, давайте я скриншот сделаю. Я не помню, кстати, у меня не было, по-моему, легендарного сундука в квестах ни разу еще. Ну, я думаю, вы уже знаете, какую легу я хочу, да? Я вам уже показал. В общем, поставьте лайк, чтобы мне одна из этих лег выпала. А, кстати, ну, либо дровосека еще. Ну, что я не хочу? Я не хочу, чтобы мека-рыцарь падал. Я не хочу, чтобы падала принцесса, не хочу. Бревно не хочу, ледяного колдуна не хочу. Все остальное, в принципе, хочу. А, и спарки не хочу. В общем, то, что я хочу, это не важно. То, что мне рандом выдаст, то и будет у меня. В общем, я готов. Поехали открывать. Итак, пацаны, зажмите на лайк, и у нас пау, то, что я не хотел, к сожалению. Ну, опять же, жаловаться нету Оу, подъехал топовый сундук. Жаловаться на то, что выпало не то, что я хотел, глупо, потому что я и так получил легу на халяву. И вот такой вот еще бонус, легендарный сундук короля следующий, пацаны. Но я его набью, ну, наверное, за недельку, за две, вот, поэтому обязательно подписывайтесь и узнайте, что выпало мне с него. А теперь предлагаю пойти вернуть мои кубки, хотя бы 4900 вернем, да? Вот, а на стриме, сегодня приходите на стрим, мы будем пытаться делать 5200. Многие в предыдущем ролике бомбили, мол, с твоей прокачкой, фу, сидеть на 4900, типа, зашквар. Да, я не против, в принципе, это правда, но просто у меня не было времени играть, вы знаете, что я отсутствовал. Сегодня я приехал, точнее, вчера, в общем, неважно. И сегодня на стриме мы будем апать кубки, я буду каждый день теперь поднимать трофеи, и мы будем продвигаться по лиге, поэтому, пацаны, подписывайтесь. А, противник не хочет ничего выпускать, поэтому я посижу тоже, мне сборщика нету в цикле. А вот уже и первый ход от противника. Рыцарь с краю карты. Не подлагивай, немножко аир-сервер лагает. Так, фаербол на мега-миньона. Давайте летучих мышей. Хотя я сейчас подставился под зап, мне кажется. Ну давай, зап, зап. Не, не хочет зап. Зато мы уничтожили, ага, хотел сказать всех лучниц, но это не так. Хорошо, я пока понятия не имею, что за дека. Представление, ну, есть у меня, что это мортира, либо хок. Это хок. Хок и, скорее всего, даже с мортирой. Два в одном. Так, давайте мега миньона. Это как так? Он задефался, пацаны. Он задефался, еще и протаковал. Да ты посмотри, какой наглец. Не, ну так нечестно, согласитесь. Там контратака была от меня, а получилось, что он контратаку в атаку превратил. То есть хогом отвлек юнитов, хогом нанес урон. Но от гнида. Да, это хог, только мне вот знать бы, с чем это хог. Ну, в любом случае, пацаны, я думаю, мне надо ставить сборщик эликсира. Вот, ну, я не знаю, вот сейчас... А, в него фаер, точно, я забыл. Лагает немножко, я вижу, пацаны, это лагает аир-сервер. Извините, я уже писал в техподдержку, мол, я, кстати, за эту программу аир-сервер, немножко от темы отойду, за эту программу аир-сервер я плачу еще деньги, то есть это не бесплатная программа, и вот такие вот косяки, ну, там, конечно, еще от интернета немножко зависит, но все равно, иногда эти лаги очень напрягают. Ну что, ставим голема, сейчас смотрите, будет атака слева на меня с хогом, однозначно, но мы сразу же будем дефаться мега-миньоном и летучими мышами. У него нет запа, это плюс огромный для нас. Так, а есть зап? А я думал, у него только бревно. Странно. Ну ладно, бывает. Не досмотрел, значит, карту. Так, 9 хп осталось. Давайте. Так, я надеюсь, я не опозорюсь. Так, нам надо срочно камбэчить. Нам надо срочно камбэчить. Так, куча всего. Там летит фаер, бревно, зап. Все подряд. Ну он должен потерять вышку. Ну должен, просто обязан ее потерять. Да, пацаны, теряет он вышку. И я сразу же ставлю голема на левую сторону. Ставлю голема на левую сторону. И теперь надо подумать. Надо подумать. Наверное, я выброшу принца. Он потратил, в принципе, все карты, которыми он может задефать принца. Вот, видим, да, отвлекает хогом. Но принц идет на вышку и наносит урон. Он пытается торнадо оттянуть нас, но нет. Нет, принц доходит к вышке и забирает ее. Был потный бой, согласитесь, уже в конце я немножко нервничал, но мы затащили. И что получается? Блин, 5 кубков не хватает, получается. Ну, последний бой. Последний бой, да. В принципе, я и так 4900 верну, это чисто так, ну, на видео покатать. Многие писали, вам нравится много онлайн-атак, поэтому не вырезай, не проигрыши, не выигрыши, там, не ничью, все оставляй. Вот, пожалуйста, ничего не вырезаю, проиграл, оставил, выиграл, оставил. Кстати, ничьи еще не было. Вот, так, 13 уровень подбирается, у нас есть циклесборщик, замечательно, скелетики, а опять хок.
Но Хок... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, повезло. Повезло. Так, Мега Миньон. Что, продолжаем атаку. Продолжаем атаку и выбрасываем принца. Готовим зап. Готовим зап. Запает противник моего принца. Тут мы запаем скелетиков быстрее. Да, да, отлично. Отлично то, что принц уничтожил лучницу. И, соответственно, Мега Миньон нанес 2 тычки. А Мега Миньон, по-моему, по 300 урона, да, 11 уровней сносит. Ну, я точно не помню, но вроде так. Значит, что делаем? Ставим сборщик. Сейчас будет Хог. Кстати, я не знаю, есть ли у него зап или нет. Давайте этих скелетиков хотел сказать. Летучих мышей. Есть у него, естественно, зап. Так, ну, урон мы пропустим немаленький. Наверное, даже вышку потеряем. Но мне очень трудно дефать рыцаря плюс там Хога и гоблинов за ним. То есть, этой декой реально очень трудно это контрить. Так, давайте здесь зап. Используем быстрее, быстрее. Отлично, уничтожили лучницу. Ну и сейчас... Ах ты ж, блин. Да, молодец соперник. Так, ну я думаю, вот ставить... Да поставим еще один сборщик, что нам, блин... Мы пока ничего не теряем... Не, мы уже потеряли вышку, поэтому нам однозначно нужен сборщик. Так, здесь летучие мыши. Сейчас, естественно, будет зап. И, блин, что-то он так поздно. Я думал, что летучие мыши успеют снести Хога. Значит, пацаны, мы пойдем сейчас на левую башню, потому что нам правую уже не забрать. Ой, точнее, мы заберем ее, но если мы будем атачить справа, то он будет нас просто сносить слева. А так мы заставим его, ну, дефаться, а не атаковать нас. Хотя он сейчас перейдет, наверное, с контр... с дефа в контратаку. Ну, посмотрим. Так, то, что у него торнадо есть, это, конечно, печально. Так, тут у нас яд. Тут у нас пойдет яд. Тут у нас пойдет Мега Миньон. Интересно, у него ракета или фаер? Потому что я за этим опять не уследил. Хога быстренько уничтожаем. Торнадо его не спасет. А, фаер, у него фаер. Ну все, пацаны, он теряет вышку. И стоп, надо запнуть, срочно запнуть, потому что он может не потерять ее еще. Отлично, ставим голема. Ставим голема уже на правую сторону. Так, пошел у нас дракончик маленький. Надеюсь, он сагрится на вышку. Замечательно. Ах ты ж, блин. Ладно. Неправильно я поставил голема, потому что забыл, что у него торнадо. Но мы воспользуемся этим случаем, возможностью точнее. Значит, он нам предоставил возможность пойти на трешку. Ну что ж, воспользуемся этой возможностью и забираем трешку. Принца он не оттягивает в торнадо, поэтому победа, пацаны. Та победа уже, то отдай победу, то ты чё, не хочет отдавать победу, но уже понимает, что он проиграл. Да, вот, нам осталось крутануть, по-моему, зап. Где он наш зап? Давайте быстренько крутанем. А слушайте, а может отдать ему победу, ой, лагает, может отдать ему победу и попаду в тебе рояль? А, нет, хренушки тебе. 5 хп, а вот сейчас точно, может отдать победу, я точно попаду в тебе рояль, пацаны. 5 хп, спылыш, блин, пофиксили, я забыл, что зап не добьет вышку. Вот, в принципе, и все. Плюс 27 кубков, мы вернули 4900, но это как бы не очень... Ну, мне все равно, что я вернул 4900, я вообще шел на 5200. У меня было 5050, но я слился, потому что делал квест, и для видосика, для вас открыл легендарный сундук. Ну и, в принципе, показал, надеюсь, не зашкварные какие-то онлайн-карточки. Все, ребятки, на этом буду завершать. Обязательно приходите сегодня на стрим, подписывайтесь на канал, ждите мои новые выпуски. Желаю всем удачи, хорошего вам настроения, до новых встреч. И всем, ребятки, пока-пока.